все, что ли? И вот я нахожусь в гостях у Анатолия Сезонова. Фазенда, фазенда называется. Да, фазенда уже в славном поселке Коктебель. Фазенда, карманная труба. Вот. И держи, держи, я сейчас приведу, сейчас кухню сделаю. Ага. На двери направь. Вот там вдали хребет Сюрюкая. В общем, район Карадага. А вот фазенда называется карманная труба. О, ну это вообще. Слушай, вот такого я еще не видел. Че прикольно. Вы такого инструмента еще не видели никто. Догадайся, что за музыкальный инструмент. Как ты бей, как ты бей.